Длинные новогодние каникулы остались позади, но ощущение праздника пока не покидает детвору. Еще горят огни новогодней елки, еще не все подарки дошли до адресатов. Накануне Нового года по старому стилю депутат Народного совета ДНР Станислав Шапошников отправился в Харцизск с приятной миссией – вручить детворе сладкие подарки и поздравить их с прошедшими и наступающими праздниками. Сначала разные вкусняшки получили казачата из первой харцизской школы. Затем нардеп, принявший на себя обязанности слегка задержавшегося Деда Мороза, отправился в Зугрес. Подарки были предоставлены нашими коллегами-депутатами из Российской Федерации и депутаты фракции «Донецкая Республика» и общественное движение «Донецкая Республика» к Новому году, Рождеству. Подарки привезли детям. Станислав Шапошников привез более 300 сладких подарков, которые были вручены детям погибших военнослужащих ДНР и ученикам Зугрейской школы-интерната. Станислав Валерьевич всегда помогает и курирует школу-интернат. Он там очень добрый гость, скажем так, поэтому я думаю, что уже, наверное, в традиции он посещает школу-интернат. Ребята его очень любят, всегда проводит беседы, общается с ними, поэтому я думаю, что такое тесное сотрудничество с нашим депутатом, с общественным движением дает свои положительные плоды. Несколько дней назад 2000 картонных домиков со сладким содержимым депутаты Народного совета от фракции «Донецкая республика» передали детям из прифронтовых поселков ДНР.